Добро пожаловать на сайт tarifgit.info. Сегодня у нас будет такой интересный вопрос от пользователя, который был уже с ответом, да, получен ответ на него. И вы можете узнать, как использовать свой трафик, который у вас есть, пусть даже минимальный, там 2 гигабайта, например, вот, по максимуму, находясь в поездках по России. Мало кто знает, что в поездках по России трафик с приложений для навигации, ну, это касается приложений Яндекс, там Яндекс.Навигатор, карты, электрички, авиабилеты и так далее, не тарифицируется. То есть, если у вас есть 2 гигабайта и вы жестко ограничили потребление трафика только на приложение Яндекса, то, в общем-то, у вас эти 2 гигабайта тратиться не будут. Об этой возможности мало кто знает, она прописана только в полном описании тарифного плана. То есть да, фактически, если вы купите сим-карту в другом регионе, зарегистрируете и приедете в свой, то навигацией вы сможете пользоваться бесплатно. Я не призываю это делать, просто вот такой вот смысл использования данного условия. То есть находясь не в домашнем регионе, вы получаете нетарифицируемый трафик в навигаторе, картах, транспорт. То есть вряд ли будет резон покупать сим-карту в другом городе, а потом ехать в своем и пользоваться, потому что все-таки звонки идут совсем по-другому, скажем, тарифицируются. Вот, это не так удобно. Но если вы на какой-то долгий промежуток времени переехали в другой город и плохо знаете местность, его сим-карта у вас с вашего родного города, домашнего региона, то у вас есть такая возможность использовать Яндекс.Сервисы, которые МТС нам предлагает без тарификации. А где же это все найти? Это в основном касается тарифов Smart. Вот я открыл тарифы Екатеринбурга, вот, Свердловской области. И вот они все тарифы Smart пакетные. Открыл самый дешевый за 200 рублей в месяц тариф Smart. Пролистал вниз. И в подробное описание увидел вот такой PDF-файл, в котором все подробно расписано, прям все-все-все условия. Здесь можно найти в строчку в 2.1 в сноске. Он находится вот здесь, как раз напротив гигабайт. В сноске 2.1 мы можем найти такой пункт в конце предложения. При нахождении за пределами домашнего региона в поездках по России представляется неограниченный объем трафика при использовании приложений Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты, Яндекс.Транспорт, Яндекс.Электрички, Яндекс.Парковки, Яндекс.Авиабилеты. Трафик на указанное приложение не тарифицируется и не расходует пакет, включенного в тариф трафика. В общем, можно пользоваться данными приложениями неограниченно, если вы находитесь в другом регионе. Спасибо за просмотр. Обязательно используйте эту возможность, если не пользуетесь сервисом Яндекса. Возможно, есть смысл поставить хотя бы отдельные такие, как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты для таксистов, Яндекс.Такси, которые временно переехали в другой регион России и подрабатывают в нем. Возможно, имеет смысл, потому что, в общем-то, Яндекс.Сервера для навигатора, для карт, они будут совпадать с приложением Яндекс.Такси. То есть какая-то часть трафика не будет тарифицироваться и можно будет экономить на интернет-трафике и платить меньше. В общем, используйте эту возможность. Знайте, что она есть. Хорошего вам дня и удачи при использовании тарифных планов. Пока.